Приветствуем вас на нашем канале. Тема тоже очень важная. Солнце, вы уже заметили, такое сейчас совсем другое. Многие мне пишут о том, что растения чувствуют себя по-другому. Поэтому я выношу на улицу даже те растения, которые будут у нас расти в теплице, их хорошо бы закалить, то есть приспособить к тому солнцу, которое будет летом. А оно, естественно, будет снова же таким же сильным. Если хотите по-научному, я не буду просто претендовать на научные фразы эти все и терминологию. Можно посмотреть и как солнце сейчас воздействует на землю. Поэтому сейчас очень важно подготовить, закалить рассаду. И я выношу просто-напросто на улицу всю свою рассаду. Огурцы будут в теплице, а вот кабачки будут расти на улице. Им одинаково нужно подготовиться. Днем обязательно выношу, и тогда они менее болезненно будут переносить вот этот период пересадки. И, естественно, потом быстрее будут адаптироваться к тому, чтобы уже приспособиться и расти, и дарить нам плоды. Тема очень актуальная. Если даже балкон есть или где-то место, просто выносите на улицу сначала на короткий период, иначе сгорит там, где очень слабая рассада, может сгореть. Нужно выносить на улицу, вот как я делаю, в теплице будут расти, но эта вся рассада проходит адаптацию. Когда тучки выносила вначале на час, на два, а сейчас они уже целый день живут на улице, а на ночь я их заношу в дом. Закалка очень важный будет момент в этом году, в 2021 году. Надеюсь, моя подсказка вам поможет. Ваши растения будут здоровые, крепкие и затем будут хорошо вас радовать своими плодами, витаминными плодами. Ну а мы прощаемся с вами. Всего самого доброго. До новых встреч в новых видео.